Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем Star Wars Jedi Fallen Order. И мы остановились здесь около гробницы, практически до нее дошли, но, к сожалению, игра решила вылететь. Прямо здесь. Есть огромное количество противников, которые не слабые тем временем, да, это сложно. Должно было сработать, вроде тот мертв. Ой, давай, иди сюда. Молодец. Так, и в общем-то вот. То, что нам нужно. Способности я здесь нигде не вижу, но тут сейчас подожди. Мне явно сюда. Трила там думает, что у нее штурмовики исследуют артефакт. Хрен там. Они просто даже не представляют, что они уже мертвы. И вот в этот момент я даже, знаете, на стороне штурмовиков, наверное, побуду. Вот на полном серьезе, может быть, мы как-то объединимся против... Спринт. Я понял этих идиотов, они хотят умереть. Лучше я тогда один на один со стражем сражусь, с хранителем. Лишние дебилы, которые по мне стреляют, мне не нужны. Вот, пусть он там поотвлекает на заряды. Как раз самое время мне будет... парочку лишних ударов нанести. Вот и все. Вот штурмовики и поспособствовали моему успешному уничтожению этого хранителя очередного. Не то чтобы я без них не справился, но вы знаете. Раскраска богомола. Гризи может? Что? Вообще ни о чем. Раскраски здесь, конечно, очень сложно найти хорошие. У каждого, конечно, свой вкус, но некоторые прям настолько сделаны, знаете, как вот два цвета и прям оба не очень. Белый и отвратительный оранжевый — это, ну, не раскраска. Да, тот же у нас... магия гравитации, как мне говорили. А теперь надо отключить. То есть, а как оно работает? То есть, подожди, оно притягивает... Оно же выше, чем... разве нет? Почему его притягивало, даже когда оно было не в поле действия гравитации этой? Слева хранитель. Не будись... Не будись. Так, что тут вообще у нас есть? Гробница Миктрула. Она достаточно большая. У нас Зефа, кстати. Сколько? 66%? Ничего себе. Сколько на других планет? Вот, я хочу посмотреть все планеты. Ну, Кашик 31, но мы на него еще вернемся. Багана 62. Датамир. Ну, с Датамиром тоже там проблемы. Без двойного прыжка и без способности ничего не мог делать. Но так неплохо. 66%. Я просто был как-то немного разочарован, когда мы возвращались первый раз, и там было что-то 30% около того. Удача. Это что еще такое? Как это уничтожить? Почему я могу просто разрезать? Что это за растения такие, которые не режутся с этого мечом? О, мужик, привет, ты тоже полетать хочешь научиться? Им в летчики просто всем надо было. Они пошли зачем-то в штурмовики, а им надо было, ну, летать. В космосе. Осваивать. Просторы. Может быть, даже за сторону Империи. То есть тут неважно. Главное, им надо было летать.
Мне почему-то кажется, что я сейчас иду к какому-то тайнику, да, потому... А, подожди. Потому что, скорее всего, так и есть, но... Та комната все же не главная оказалась на итог. Да. Had your droid not intervened, I would have killed you with ease. Ничего подобного. Okay, buddy. Just ignore her. Ничего подобного, она просто меня оттолкнула. Я бы встал, мы продолжили бы сражение. Она обманывает. Она, кстати, очень так нормально огребла, я хочу сказать. Я не увидел в ней прям конкретного соперника. Она хорошо дерется, безусловно, но... В сравнении со мной... Но... О, господи. Никогда не привыкну к этим тварям. Раньше хотя бы дырку показывали, что вот сейчас вылезет, а тут иногда они-то прям так внезапно подкрадываются из-под тишка. Не ждешь совершенно. Да? Ого. Ой, нет, ну вот, ну я шутил про летчиков. Их же на самом деле это ничему не учат там. Или что ли, ты просто высадил? А, инквизитора поставил, ну давай. Знаешь что, я даже с тобой на равных давай. Возьму похоже на тебя оружие. Оно сдвигается, раздвигается. А сейчас это мне нужно здесь. Наверх нельзя? Наверх нельзя. Я его видел. Он засветился. Электропалкой своей. За углом стоит просто, и там такой шарик света. Что же это может быть такое? Огнеметчик стоит, ждет меня. Жаркое из джедая, видимо, хочет, не знаю. Ага. Интересно. О! Как это я мог пропустить? Почему-то мне кажется, что... Смотри. Это же явно здесь не просто так стоит. Вы думали, я не научился так делать? Там же проходов нет внутри, я видел. Типа, не, я думаю, ну типа может сверху, но нет. И максимальное здоровье. Готов. Теперь вопрос. Ответ найден. Можно еще вон туда, но не знаю зачем. Ой, давай тогда просто в пропасть, не? Ох, мои мечты о двойном прыжке. Так где этот огнеметчик там стоит? Он уже должен знать, что я здесь. Да, вот он там кого-то. Он правда мертв. Ну ладно. Как-нибудь сам. Да? Забрался?
Нет, разобрался не ты, разобралась какая-то гравитация и неизвестная мистическая сила, которая явно не хочет, чтобы я его убивал. Не хотела. Бесконечные лабиринты. Прыгать умеешь? Прыгать не умеешь. Мне всегда отрезаются. Sure, it's worth the cost. I hear Project Augur came at a high price. Stormtroopers and workers, expendable resources. You're a monster. I am what Sarah made me. Почему она сразу падает, а я же замораживаю. Типа, надо, короче, выстрелить, но... А верхнюю подзадержу. А, оно не держится, смотри, в воздухе. Так, по времени тоже не... А, ну типа... И не уверен, что это так работает, но... Почему бы и нет? Просто, ну, по идее, понятно, да, что надо выстрелить, ну, не выстрелить, а отбросить. Все, оно сожжется и будет шоколад. Я просто не понимаю, почему не работает замедление. Которое замедляет все и везде. Но это физически все равно падали, им было плевать на то, что там... На то, что я джедай, и они как бы... Они не забили на этот факт. Как-то. Спасибо за то, что сбросили мне таргет. Спасибо за то, что противников больше, чем нормально. Мне же этой мрази-то одно не доста... Да, мне же их мало. Мне же мало противников в этой игре, ну. Да отстаньте, твою-то мать, сколько их можно, а? Реально, сколько из всех ударов, которые я сейчас просто впитал, были вот, ну, по делу? Вот даже вот эти, твою мать, когда я нажимаю блок, там парирование. Все, и все, и минус вообще все просто стимы. Спасибо большое. Как-то надо теперь с этим выживать. А бой будет еще не один. Это шпагат. Я максимально аккуратно теперь. Что это? Забрала. Я найду и отберу обратно. У меня, конечно, не Хан Соло, но лучший пилот в галактике. Ну, после него. Да и так. Световой меч. Тут можно, если честно, по-моему, просто даже пропрыгнуть. Не задействуя силу. Ради безопасности. Хватит. А как она успела-то? Она, то есть... То есть они были внутри. Каким-то образом мимо меня они вытащили. Через другой проход. Какой? Покажите. У них, конечно, там ресурсов побольше будет, но... Придется отсидеться. Так, одно очко все еще некуда девать.
Мы мало встречаем больших противников, за которых дают много опыта. Слишком редко, я хотел бы побольше. Как будто, когда я к ним подойду в упор, они меня не заметят. Что тебе надо еще от меня? You lured me here. Was this your plan all along? You truly have the wits of a scrapper. Here, don't let him escape. All right, let's end it. О боже! Что я вижу? Один попал. Идеально. Нет, 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 нет. Получилось. О боже. То, что я думаю. Padawan, where is the force? Everywhere. It is within me. It surrounds me. Just so. It connects you. There will be times when emotion, pain, or exhaustion trick you. You will feel cut off, isolated. This is an illusion. Your lightsaber lies there, out of reach, but you remain connected through the Force. Feel that energy around you, and summon your weapon. А потом я смогу так делать с противниками. Force is within you, around you, connecting you to your weapon. You must ignore all distraction. The Force is with me. It connects us. Yeah, I think so. Что ж такое? Я двойной прыжок получу никогда, наверное. Смотри. А, походу, еще целых две способности будет, я так понимаю. Ну, просто судя по форме, наверное, что это... Хотя, не знаю. Не знаю. Может, и две. А может, и еще больше. Не знаю. Так, ну мы можем теперь притягивать лианы. Это, кстати, в ледяной пещере то, что нам нужно. Че, возвращаемся? Да, потому что теперь я могу делать вот так. И это шикарная способность. Ладно, мы с этим повеселимся. Со штурмовиками можно будет поиграть наконец-то. Я все же хочу воспроизвести вот этот живой щит. Ну и сейчас на это будут запиленные. А, так, а чтобы. You survived. Not part of your plan. Luckily, I always allow for contingencies. Предусматривает она. Все еще одно, да что ж. А, и мы укрепили связь силой. Давай посмотрим хотя бы, что это за навыки. Наверняка там есть за... Там практически нету за один. И нам открыли нам открыли все, кроме, что, двух? Да, двух. Хорошо. Так. Удерживайте притяжение, чтобы Кэл мог притягивать и удерживать большинство врагов, а также подтягивать к себе врагов крупного размера. Да, хочу. Я это хочу. Очень даже. Ну, а все остальное... На это потребуется время, потому что там где-то два, где-то три. Да, вот, видимо, как раз вот эта часть прокачки, она основная по размеру, потому что там очень много всего.
Ну, самих скиллов не так много, но в плане, сколько уровней требуется, конечно. Возвращаемся обратно. Я говорю, притяжение тоже неплохо. На это уходит сила. А ч... Нет, это их не убило. Не, давайте подеремся, я просто не понял. Я вроде как дроида в вашу сторону бросил, а вы как-то на это не отреагировали никак. Я ждал хоть чего-то, потому что, вот я взял. А, ну потому что... Я не знаю, что это было. Но хранитель все же... Его решили разбудить, короче, я понял. А как они тут находились, если сзади хранитель, типа? Почему он на них не агрессировал? Люблю эти неблокируемые атаки, он так открывается после них... А в Амауе не слишком далеко-то летит? До свидания. Пык-пык. Где-то должна быть лиана или что-то притянуть. Ничего не вижу. Я же говорю, где-то должна быть лиана. Оно тут для этого. Это веревка? Ее можно, типа, вот здесь, да. Клево. Непонятно, правда, зачем это надо именно притягивать силой. Ну, как скажете. Ага, ага, ага. Ну, я не на это рассчитывал. Твою мать. Мне было интересно, я могу долго держать или нет, но я хотел отпустить. В итоге не хватило. Игра! Куплено. Все куплено. Сейчас он меня расстреляет еще в процессе, да? Дроид этот. Отлично. А ты заколебал вообще? Иди отсюда. Какой-то теперь быстрее путь назад должен быть. Через... Вверх. Нет, здесь мы скатывались. Лиану, короче, можно не заметить очень легко. Есть такая проблема. Они не очень очевидно располагаются. С кем они там перестреливаются? Ага. Так бы сразу. Может, они его расстреляют сначала? Давайте мы вот его убьем все вместе, а потом я вас там, ну, добью. Так уж и быть. Ваша смерть будет быстрой. Почему, как только я появляюсь, они сразу переключаются только на меня, я не понимаю. Эй,
Я, конечно, опасный противник, но хотя бы часть агрессии можно было бы направить, ну, в ту цель, которая была изначально. Как-то странновато. Так, ну нам как бы вот эта комната, проблема... Потому что надо опять наверх подняться, а я не помню, как это сделать. Хорошо. Без проблем, ребят. Ну вот сюда... А подожди, а показывает, кстати, первый этаж. А зачем мне первый этаж? Ну потому что не второй этаж. Я... Нет, в смысле, ну не первый. Нет. Наверх надо. Там штурмовики. Там есть нерешенные вещи. Очевидно, туда. Просто банально более некуда. А, ну у нас же... Да нет, есть. Кого выполняет особую атаку, меняя тип светового меча? Ну, как минимум, чтобы добить, наверное, все способности за одно очко. Давай. И он делает атаку. Воу. Это, кстати, очень удобно, потому что я очень часто во время боя хочу поменять... А смена требует времени, и, соответственно, если там на меня налетают много противников, я просто... Мне не хватает анимации, времени, вообще ничего, чтобы это сделать. Поэтому это будет крайне полезная способность. Не надо, тут явно сюда. Ой, тут хранитель, о-о-о, что началось-то? Видишь, он опять просто... И вот тут хранитель, он на меня нацелился, этот придурок. Почему при получении урона сбрасывается таргет? Ребят, вот тут цель покрупнее. Ради вас же стараюсь. Тупые идиоты. Вы мне не помогли, теперь... Иди сюда. Пошел отсюда. Так. Я видел здесь катушку. Я не это хотел сделать. Как мне хватило силы это сделать? Офигеть, Кэл. Ты больной, что ли, совсем? Ну, в плане не притянуть. Ну, ладно, притянул он хорошо, но... Поднять... Своим весом вот такой вот противовес, ну как бы... Что? Псих вообще. Ага. Это, кстати, от воды бы избавиться как-то, да? Материал. Ну, а тут нету вообще никак это сделать. Интересно. А сколько я могу держать? Сколько угодно же, правильно? Так, чтобы... Не, прыгать я не могу. Так, а как? Пум-пум-пум. Типа докидаешь, и оно, да, оно тушится. Логично. Вот эти лианы для чего... Меня раздражает, как он легко падает здесь, конечно. Он очень легко. То есть просто ты подошел к краю, и все. Это прям как-то... Как-то это не то. Ну, он должен, конечно, падать, но мне кажется, как обычно, чтобы просто вот избежать вот таких ситуаций, там, по 15 раз не подниматься, но чтобы он немного там останавливался, только типа, о-о-о, там падаю. И так бы это помогало ситуации просто, я бы, ну, не падал.
А учитывая, как падение здесь реализовано, так это вообще. Так, может быть, мне просто поднимать не особо надо. Давай посмотрим, что будет, если не поднимать. Если не поднимать... Но оно просто будет выше. Ничем это не поможет, да? Не, надо понять, как взять воздух. Я могу отсюда? Вряд ли дотянусь. А как-то, чтобы прям рядышком-рядышком. А, тут тоже вода. То есть я вот так вот положить не смогу. Коварно. И это со всех сторон так. А, оно вообще сквозь эту пролетает, я понял. Здесь что? А тут, наверное, ответ на мой вопрос. Тут тоже надо слева прожечь стену. Но тут снова вода. Я не пройду. С воском. Самое время, по-моему. Самое время. Взять их с этой стороны нельзя, нигде их здесь нет. Пролезть из-за этого тут невозможно. Занятная локация. Просто прикол, вот воду нельзя убрать. Я не понимаю, вот почему нельзя убрать воду. А, это можно, кстати, сжечь. Легко. А, ну хорошо. Вон там вода. Там не огонь, нет? А, это секретка вообще. Вода в любом случае здесь. Как избежать воду-то? Это, то есть, должен быть какой-то способ. Как бы я могу, но... Да не поможет это никак. Я не знаю, она даже через верх не проб... А. Насчет верха. Так. И что? Ого. Ну я понял. Надо заново опять. Ну, грубо говоря. А, так я могу просто перекинуть даже. Мне, я могу не залазить по 30 раз. Я могу просто сейчас взять. Вот так вот. Лю. Блин. Не надо мне подсказку, все нормально. Оп, и все. Это тайник, это не то. Это, кстати, вообще никак не помогает решить проблему с основной комнатой. Хотя, типа, через низ. Я, получается, могу швырять их, да, просто вообще в любом направлении. Главное, чтобы там не было воды. Чисто технически. Можно, конечно, вообще пойти по маразму и сбросить там чуть ли не на первый этаж. И целиться прям вот оттуда. Но тут вот везде вода. Даже на первом этаже везде вода, поэтому... Нет, тут надо что-то более радикальное принимать. Я не могу. Вообще никак. То есть даже здесь, да, тут сплошная... Сплошная вода, соответственно. Соответственно, ничего, у меня нет решения этой головоломки. Воду я не уберу. Могу гравитацию включить.
что это даст. А что вот это даст? Ничего. Я не могу откуда-то отсюда найти. Тут нет таких моментов. Тут нет таких моментов. Однако. Да что такое? Ну мне явно надо... Какой-то тролли. Ну, мне главное... Нравится, что мне сначала показывает почему-то первый этаж. Почему мне показывает первый этаж? На первом этаже есть огонь. Зачем мне первый этаж? Если мне явно нужен второй, то есть вот. Куда-нибудь вообще закинуть прям... Там он разрушается. Нет, есть конец... Ну, кстати... А, лол, ну вообще... Вот так вот можно сделать. Опять же, не знаю, правильно это или нет. Вот поэтому и первый этаж. А, вот тебе и шар, кстати. Неужели? Кто-то укатился, иди сюда. Иди сюда. Капец, потребовалось времени на это. Я изначально так и подумал, что надо как-то прокинуть, чтобы оно, ну, поменяло сторону. Но как это сделать, если я не умею прыгать? Потом я вспоминаю про то, что, блин, стазис же есть. Стазис, бросок, я теперь вообще все могу так перемещать. Finally found an intact representation of this sacred Zephyr artifact. My friend, look closely. This is Mictro at the vault Ambergano. You can see an object in their hand. Based on this imagery, I believe this object allows a force wielder to perceive the mysteries of the vault. This is the key and the guide, the Zephyr Astrium. But who would destroy images of it, and why? It requires more research. However, our next step is clear. Find an Astrium, if any still exist. An Astrium? You ever heard of it? Me neither. But a key. Yeah, I understand that. Looks like we know what we have to find. Ух ты. Да, как ярко здесь. Это самый, мать его, верх. Ничего себе. Атриум. Серапе. Максимально ужасно выглядит. Почему здесь все вот это вот коричневое какое-то, оранжевое? Даже, ну вот не оранжевое, ближе вот такое вот, вот коричневое какое-то. Такие противные какие-то цвета. Почему так? Непонятно. Так, и мы сейчас направляемся... Мы ищем Атриум или мы куда? Задание-то... Офигенно. Пока что, видимо, нет ничего. Good, а, ну вот. You've cleared the way. What are you talking about? I needed this tomb raised. And now that I have what I need, you're of no use to me. Can you reverse what she's done? Thanks. This new encryption keeps her out for good. Probe droid processing unit. What's it like hacking other droids anyway? Yeah, взламывать других дроидов. For a good cause though, right?
тебе было бы странно взламывать других людей? Кэл, это не те дроиды, которых ты ищешь, понимаешь? Поврежденными имперскими разведывательными дроидами, то есть... То есть теми дроидами, которые на... Те, которые летают. Потому что проблема, да. Я не слышу. Будто корабль. Но я это еще давно отметил. Reinforcements, твою мать. Не туда иду. Какая огромная карта. Так. Можно вниз, потом налево. Сейчас, подожди. Маршрут понять. Я не ориентируюсь здесь просто. Да, похоже, сюда. Шорткап. Видимо, правильно. Обидно за дроида. Да? Только что своего убил. Как ты к этому относишься? Я думаю, что это самая большая вообще планета в игре. Сколько мы на ней столько времени проводим. Она очень большая, конечно. Но мы еще на кошик вернемся. Я, правда, не знаю, зачем. А, ну, кстати, за джедаем. За Force Sensitive мы вернемся. Какая-нибудь инфа появится. Можно будет отправляться. Это сорта то, что нам нужно. То есть одна из основных целей, поэтому... Ага. И нахрена я это сейчас вот сюда... понятно. Можно было... Я вообще говорю, тут потеряться... Не в двух соснах, тут очень все запутано. Понятно, просто еще разделение. Какие двери открываются, какие не открываются. Где ты был, где ты не был. То есть я иду сюда. Я, кстати, могу... Так, это мы взламывали, уже это не надо. Но лифт, типа, полезный, поэтому... Давай лифтом. Еще раз лифтом, но теперь... Клевый кадр был. Но теперь... Ну что такое? Но теперь в другую сторону, видимо, куда-то пойдем, хз. А! Тут дверь. Все нормально. Все под контролем. Do not concern yourself with a missing artifact. Зачем сбрасываются фразы? Мне просто надо посидеть, чтобы здесь было сохранение. Ага, хотите прикол? Все, эту комнату. Ничего в ней больше нет. Дальше я могу... Ну все правильно, а дальше... Сюда? О! Все, я знаю, где выход. Просто постоянно смотреть на карту неудобно. So you know,
Не хочу с вами драться. Я путь обратно знаю. Просто... Да. Просто сложно видеть вот, это, вот эти вот проходы, которые нужны. Тут карту так не запомнишь с первого раза. По ней надо несколько раз пробежаться. Часть я запомнил. А вот когда... Когда заново и давай в обратную сторону, тут надо, надо подумать. Не хватает, знаете, не хватает метки какой-нибудь. Не знаю, вот BD-1, он, например, мог бы с помощью голограмм... Тут, кстати, противники обычно были. Он мог бы с помощью голограмм... Это кто вообще? Что это такое? Мандалорец? Что? Баунти Хантер? Мерзкий Митч, который не получает урона почему-то теперь. Это что? Что? Прийти в сознание, не возродиться. Какого? Buddy, where are you? BD? Gotta find a way out of here. Wherever here is. Да, выбираю. А где мы? А карты нет, да? Что ж, это явно займет какое-то время. Это... Мне интересно, где... Где все наши еще? И что происходит? Ну, это как была какая-то ловушка. На этом, я думаю, пока что мы с вами закончим. Выбираться будем уже в следующей серии. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.